отрывок. Когда же там хандец словил урон? Сейчас, секунду, блядь, пацаны, блядь, сейчас разберемся нахуй. А там по Ну, дамагу вот, видно ну, бля, 207 тысяч. давайте это, айда. сейчас, секунду, нахуй. Может, я неправильно Надо ему дал, слот. нахуй, давайте. Может, он прав, блядь. Так. Вот, смотрю, трай. Так. Так, сейчас ускорю. Так, вот хандет. Так, вот шквальный обстрел первый. И вот он ловит конфликт стихии. Еще вопросы, хандет, есть? Есть? Нет? Ну, я бы сдох, по сути. Ну, конфликт, смотри. Это такая хуйня, которая 5 секунд висит на тебе, и каждую секунду бьет по 5000. Не только по тебе, а по всему рейду. Хилы, они хилят рейд. Там ходки есть от двух ардру. Там пиздец. Тебя захилили. Ты благополучно дамажил в это время рейд. Ты не должен ловить противоположный свет урон, ты понимаешь? Все, погнали. Ну, ГП получил, все, поехали дальше. Проверка. Вы смотрите сами, ну это все интересно, конечно, но, блять, вы смотрите за собой, научитесь выходить с этой хуйни, и тогда не будет никаких проблем. Почему кто-то учится, а вы думаете, ну, блять, я не знаю, что вы думаете себе, я не могу представить просто, почему так, почему вы вайпаетесь. Рарник. Дай отчет. 4, 3, 2, 1. Гейзеры, милики. Будут. Если это закономерность, то это хорошо. Нужно знать, на ком гейзере. Да, кстати. Да, да, да. Захильте. Выпрыгивай, хандет. Ну есть же у тебя выпрыгивалка, блядь. Пиздец, я не понимаю, блядь. Он из одних на обстреле РДД. Так а что, нельзя прицелиться? Жопой прицелься, блядь, и выпрыгивай там, где нет гейзера, блядь. Пиздец. Гейзеры на поездах будут у РДД. Бегите или умрите. Вот. Вот почти так, только без ну, без вот этих двух смертей. Белфа с Мэтфокс. Хурюк, Хокмастер, смотрите, только не сдох. Дашь? Только в одно место не сносите две вот эти метки. В одно место сносите, да, бля? Вы не понимаете, да, что там 70 тысяч с каждого? Пиздец. Ладно, это слишком сложно, блядь. Ваши гейзеры будут. Гейзер на РДД. Почему на РДД? На РДД были эти. Ладно, получается тупой. Собака, сейчас я... Ну она дура ебаная. Ой, бери ты место. И чё, за ним покемон зубы нажмешь? Ага. Вот же, вот же. Сука, ну блять. Цель, разу, ой, бля. Сейф есть? Не расслабляйтесь. Дал не зыбку. Не знаю, поможет, нет. Чего, чего, чего?
Я ложный просто каждый раз жму. У меня всегда в КД. Ложная нормальная тема. Да, ложный прям очень сильный. Не сдохните никто, я думаю, что надо бить босса. 6 лямов, 7 лямов осталось. Что это вы в меня забежали, да? Каплю кто-то дал. Тела не покидайте хоть мастера, зачем? Езеро, милики, да. Так. Не знаю, проведу сюда, короче. Бегите или умрите. Добьете. Да, я думаю, должны. Вот конфликт кто-то словил. Я глыбы скину. Все, лям, добивайте. Я в обратную сторону поведу сейчас. РДшники к нас не заденьте. Еле-еле, блять. Только вот без этих кучи смертей можно все это убить. Кукмастер, заходи. Не, вначале, в конце она сбивается, но в начале первых вот это получается. Не, насчет ГЦ не уверен, но, блядь, 7 вайпов, это нормально. Так. Почему шляпа? Голова. Че там? На хила получается. С критом, блядь. Критового хп приста кто собирает? Ноги какие-то, смотри, кожаные. Критический эффект. Звездный огонь. Неплохие. Так, голова, морда. Вот. Ноги на сову. Кто-то посильнее станет. Так, ну синтек. Че, мы Фоксу дадим? Я хз. Ну, ты... Я в сове дамажу. Ну он хилит же в ЦЛК. Ну и дамажу да. Чаще всего, потому что на Соджи тоже хилит. Когда есть в рейде, я в сове обычно. Так, что-то кожа выпала, что это? На здоровье какое-то. Коты... Я бы взял паролить на П. Ну пар... это сейчас посмотрим. Если никого нет. Так, история. Тут крипток нажимает, надо криптоку, наверное, закинуть. Ну, давай ему, значит. Хотя этот вик. Надо у него спросить. Не, если у него нет, то давай. Крипток, тебе закидывать эту хуйню, будешь крутить? Чё, ты не забывай там шаманом играть хотя бы в первом рейде. А то у нас пару тел с гильдии ушли, сейчас надо будет подключаться. Она закидывала. Ушли или кикнули? Ну. Съебались сами. Это вот, кстати, смотрите, на 120 СПД перчатки Крит Хаст. Это перчатки. Это надо. Чё, надо. Можно мне эти перчатки за то, что я ни разу не заслакал здесь? Пожалуйста. На а, на ШП. Может, я заслакал, это не поощрительно. В смысле? Я, блядь, не слакаю уже с 1998 года, нахуй не слакал. А до 1987 года слакал, да? Ну это мы не знаем еще. Он слакал, когда родился. Памперс стопудово умирал. Так, ну этот пет на кого бог послал, там кому-то прислал, короче. Так, сейчас я ИП-шку дам. 1400. Так у тебя же... История брать... Дема Латвина, четвертый закрытый рейд. Кажется, рук, но 3-4, нет? Кому там отдали? Ну, Т4, да. Ну, это, но офсет меняет, наверное, какой-то другой.